Всем привет! Вы на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет рубрика ТВ. Итак, я продолжаю вас знакомить и с спутниковыми тюнерами, с Т2 и с комбо-тюнерами. И сегодня мне на обзор попал вот такой тюнерок компании OpenFox X8 Combo. Он позволяет принимать Т2, С2 сигналы. Это мини-тюнер, который можно спрятать сзади телевизора. Что здесь написано на коробочке? Написано комбинированный приемник, поддержка IPTV, Gmail, ну, типа Chromecast из Mi Box. Не знаю, посмотрю, как он работает. Работает с форматом MP4, Wi-Fi, погоду, YouTube показывает, DS2 прием спутника, прием T2, HDTV, USB, PRV. Вот такая коробочка. Сзади вот он порисованный. Ну, с OpenFox я уже знаком, можно сказать, неплохие такие тюнерки. Посмотрим комплектацию. Открывается он так здесь, видите, сбоку, ну, необычно. И вот так. И что у нас внутри? Внутри у нас сразу встречает вот такой тюнер OpenFox HD Combo, покрыт он пленочкой, здесь такой оранжевый цветом, красиво смотрится. Вентиляция есть вверху, есть снизу. Только нужно пленочкой поснимать, есть сверху, так что сильно греться не будет. Здесь разъем RS-232 для прошивки, два USB выхода для Wi-Fi антенки и для записи видео для PowerV и так дальше. Сзади у нас есть антенка T2, спутниковый прием, AV выход, HDMI, инфракрасный датчик и для питания. Вот такой тюнерок, компактный, удобный, сзади телевизора можно прятать. И внешне красивый, оранжевый, чем-то напоминает компанию Xiaomi. Кстати, о Xiaomi и не выпускают тюнеров, что-то я и не встречал, надо поискать. Было бы интересно, конечно, от их компании посмотреть. Ну, моем это что моем. А сейчас смотрим. Что у нас дальше? Коробочки. Вот так поднимается крышечка. И внутри у нас инфракрасный датчик, который сюда вставляется. Дальше есть в комплекте идет HDMI кабель. Это уже очень хорошо, потому что мало кто ложит HDMI кабели. А OpenFox положили по-современному. Это уже хорошо и большой плюс. Не надо ни бегать, ни искать этот кабель. Уже он есть. Молодцы. Так что в комплекте идет вот такой адаптер питания 12 вольт 1 ампер. Такой стандартный. В комплекте идет батарейки. Очень хорошо. Ну и вот такой пульт. OpenFox, чем-то он мне напоминает сам интеграловский. Ну такой похожий. Вот видите, здесь удобно есть отдельная выносная кнопка YouTube. IPTV. Ну, уже хорошо. Вот Wi-Fi есть, вот погода отдельная кнопка. Интересный пульт, ТВ-радио переключать. Ну, это мы все подключим, все мы это испытаем. И вот такая маленькая мануалочка, в которой подписано все на английском, кстати. И такая наклеечка, чтобы клеить вот этот датчик. Вот такая комплектация. Ну, плюс комплектации мне порадовал HDMI кабель. Ну, у кого, конечно, старый телевизор, нет HDMI, придется искать тюльпаны. В идеале вообще, чтобы ложили то и то. Ну, для меня, например, вот это преимущество, я считаю. Пульт хороший такой, с отдельными кнопками на YouTube, на IPTV, на Wi-Fi, на всю. Очень удобно. Молодцы, молодцы. Удивили своей комплектацией. Пульт мне понравился. И коробочка такая неплохая. Ну что, собрали назад. Теперь нужно это все нести к телевизору, подключать и смотреть, какое там меню и что там внутри. Поехали. Итак, подключаем наш тюнер к телевизору. Включаем его, и вот такая заставочка OpenFox. Ну и смотрим, какое меню, что он покажет. Так, пока синяя такая заставочка. Вот он включается. И
Итак, пройдемся по меню телевизора. В первом меню у нас это здесь телеканалы, которые у нас, и редактор каналов. Кнопочкой 1 удаление, геоканалы и удалить все каналы. Идем в сторону. Здесь настройки сети, подключение Wi-Fi, так вот здесь. Здесь есть режимы, вот здесь настройка Wi-Fi. Здесь режим 3G, можно ставить 3G модер, переключение языков, настройка экрана, ТВ-стандарт, соотношение сторон, режим, аспект режим, диапазон звука и так дальше. Сохраняем. Управление блокировкой. Вот она. Прозрачность меню можно выставить, тайм-аут, переключение канала, настройка цвета, установка времени, установка таймера. Следующее меню – это установка антенн. Здесь устанавливается спутниковые, выбираете по десеках, который вам удобно спутник. Установка мотора, здесь список спутников весь есть. Потом список транспондеров, которые вот на Холдберте тоже. Ну, на Холдберте, какой спутник выберете, там и будет список транспондеров. И установка ДВТ. Для ДВТ нужно сразу выбрать страну. Но так как здесь разделе нет региона Украина, можно ставить Австрия. Вот, потом здесь нужно вот режим переключить в режимы авто и установка антенн. Если выключить, это если комнатная антенна без усилителя, чтобы с усилителем включить, и нажимаем кнопочку ОК и идет сканирование. Но я это не буду, я думаю, вы разберетесь дальше. Дальше у нас идет системная информация. Вот здесь какая версия прошивки 28 декабря 2019 года. Ну, можно поискать, может есть и обновленная. Работает с Wi-Fi адаптерами 5370 7601. Это очень удобно. Сброс на заводские настройки, обновление ПУ. Если есть ПУ, можно обновить с флешки. YouTube. Сейчас посмотрим, работает на этой прошивке YouTube или нет. Обновление идет. Так, что-то грузится. YouTube работает, мы видим. Вот, хорошо. В YouTube можно выбрать режим, нужно регион. Ну, если желательно выбрать регион Украина, чтобы были знакомые вот эти все картинки, чтобы с украинских сайтов искались. Вот так. YouTube работает. Есть приложение Мегаго. Тоже здесь можно смотреть фильмы. Вот Мегаго работает, пошел фильм. Так что можно на досуге посмотреть какие-нибудь фильмы. Так, я еще не здесь. Можно местный. Чтобы установить IPTV-лист, нужно на флешечку где-то скачать в интернете какой-нибудь IPTV-лист, поставить флешечку в тюнерок и синей кнопочкой загрузить, и он будет работать. Вот. Пока у меня листа нет на флешке. Сталкер портал есть. Дальше экстрим портал. Это у нас карт-шаринг. GCAM здесь можно установить. Вот логин, пароль. Можно включить. И хитрый просмотр будет недельку работать на вашем номере. Или попрописывать своих операторов карт-шаринга. Или из флешки можно установить. Меню. Тоже можно с файла установить патч без ключи настройки. Вот здесь они все прописаны. И power ключи. Вот. И с флешки можно проигрывать файлы, видео, музыка, фотографию, запись PRV. Ну, вот такой тюнерок. Простенький. YouTube есть, Мегаго есть, IPTV-лист по желанию можно установить. ДВТ, ДВТ-2 тоже принимает, так что красивая коробочка, работает прекрасно, с Wi-Fi адаптерами дружит. Мне в принципе понравился, как аналог другим тюнерам,
дешевая модель, компактная, можно за телевизор спрятаться. Т2 принимает, спутниковые принимает, можно водить без ключей, все настройки. Так что всем советую. И до новых встреч. В будущем еще вам покажу несколько тюнерков. Так что подписывайтесь на канал, смотрите, и всем пока-пока. We'll be right back.